«Что же вы, люди?» Песня на стихи Ирины Самариной «Лабиринт». Что же вы, люди, все время друг друга клюете? Вот у меня есть, к примеру, собака и кот. Вы не поверите, может, а может, поймете. Каждый из них друг о другу в заботе живет. Осталось другим, разум считает, а сердце давненько не плачет, ведь зачерствело и стало глухим и немым. Что же вы, люди, лишь временно верите в Бога? Только когда приключилась большая беда. Время счастливое, Библию можно не трогать. С полки в шкафу не сбежит, ведь она никуда. Взлеты в судьбе вы считаете, что заслужили, не понимая, что Бог вам авансом. Разум, значит, не жили. Это, возможно, при жизни не каждый поймет. Что же вы, люди, друг друга учили чему-то, не научившись и сами счастливыми быть, не научившись ценить ни часы, ни минуты. Бога просили, а надо благодарить. Что обижаться на тех, кто дружить разучился? Это лишь повод взглянуть на себя и понять. Кто-то о том, что родители жили, молился. Кто-то молился, чтоб денег побольше отжать. Что же мы, люди, совсем как и не люди бываем? Ценим торговые марки, а чувства долой. Скидки и акции разные мы замечаем, не замечая, что кто-то подавлен войной. Даже собака и кот после трений недолгих миску одну поделили и оба правы. Доброе нужно в друг друге и множить, и помнить. Много людей, но людского так мало, увы. Собака и кот после трений недолгих миску одну поделили и оба правы. Доброе нужно друг в друге и множить, и помнить. Много людей, но людского так мало, увы.